До защиты диплома у студентов остается около 2 месяцев. Однако многие из них уже озадачены, куда пойти работать. В Сибирском государственном университете путей сообщения выпускникам помогают трудоустроиться и уже сейчас распределяют по предприятиям. Подробнее в нашем следующем сюжете. В одном зале представители различных компаний-работодателей. Каждый подбирает себе молодых сотрудников. Со многими выпускники уже знакомы. Студенты проходят практику на крупнейших транспортных и строительных предприятиях. И часть из них учатся по контрактам целевой подготовки. Только в этом году в СГУПСе выпускается больше 200 студентов-целевиков. Каждый из них заранее знает, где и кем будет работать. Начинать надо с малого. Непосредственно я начинаю сейчас с монтера пути 4-го разряда. Потом бригадир, дорожный мастер. Ну, если себя буду проявлять. Ну и охота повыше. СГУПС выпускает инженеров, решая проблему нехватки кадров специалистов технического профиля в стране. Выпускники вуза уже зарекомендовали себя на рынке труда и крайне востребованы среди работодателей. Как правило, это руководители среднего звена, мастера, бригадиры, непосредственные руководители предприятия, то есть командный состав. Ну, 90% всех руководителей – это выпускники с университета пути сообщения. Распределение и помощь в трудоустройстве выпускников проходит в 2 этапа – в апреле и мае. Для поступающих абитуриентов есть много бюджетных мест по инженерно-техническим направлениям. Елена Мирошниченко, Александр Егоров, новости ОТС.